У меня с руматой хуже всего было. Я же мозг порченный. Я помню, что слово есть такое, ирумация, знаете? Конечно. Блять. Нет. Но это нет. Это фейсфакинг, это прямо, это даже не трахаешь лицо человека, а прям дрочишь об него мозг. Нет, я не знал этого. Умник, умник. А надо было промолчать. Я знаю, это на английском, блядь. Он все равно такой, образование у меня медицинское. Эрумацию знаю. Да. У нас был курс эрумации. Да. На третьем мне курсе. Мне в поликлинике делали такое. Сегодня, Шат, занимаешься эрумацией. Понимаешь? Типа эксгумацией, да, вот это что-то такое. Эксгумацией завтра. Сначала эрумацией. Давай,